Сегодня хочу вам показать штуку, которая однажды спасет вам жизнь. Ей должен владеть каждый, особенно в наше неспокойное время. Что это такое? Это такая аварийная станция. Сейчас покажу, что она делает. Что в ней есть? В ней есть обычное радио, ну, которое можно слушать, AM, FM и так далее и тому подобное. Но помимо этого, она очень крутая. Во-первых, тут есть солнечная батарея. Ты можешь заряжать это радио от солнечной батареи. Потом здесь есть встроенный аккумулятор, можно вставлять батарейки. Соответственно, если аккумулятор заряжается, то можно питать айфоны, любую технику через этот, ну как, переключать ее в режим отдачи тока. Это первая вещь. Вторая штука, в ней встроена, в ней есть фонарик. Есть SOS-фонарик, чтобы посылать SOS. Есть просто фонарик, который светит, чтобы книжку читать. И есть фонарик просто посветить. Самая топовая функция, которая в ней есть, это если у вас нет ни батарейки, ни аккумулятора, и вы застряли, можно все это заряжать через динамо-машину. Что-то смешного. Это очень важная хуйня, блядь. Она спасет когда-то жизнь. Дальше, типа, попали в какое-нибудь говно, типа, туда-сюда, можно слушать. Тут есть погода, можно смотреть, что там с погодой, что будет, как бы, твориться и так далее. Антенка. Ну, соответственно, тут есть радио. Все это можно слушать и так далее и тому подобное. Есть отдельная тема, если какой-то катаклизм происходит, переключить вот в этот режим, но алерт. И он тогда будет, любые оповещения, которые посылает government, будет здесь отображаться. Вот такая штука стоит $30, но типа она реально спасает жизнь. Всем привет!